Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас заказ Faberlic по 11 каталогу. Итак, поехали. Он почему-то в двух коробках. Одна вот такая вот, самая тяжелая. И одна вот такая маленькая. Давайте с маленькой с вами и начнем. Кстати, возвращается стартовая программа. Уже ее условия опубликовали в личном кабинете. Я как узнала эту информацию с 12 каталога, сразу в Дзен все подробности опубликовала. Кто не знает, как бы у меня там пост на эту тему есть. И еще один момент. В следующем каталоге уже не будет денежного подарка для новичков. Там уже будет другой совершенно подарок. Поэтому, кто хочет получить именно деньги в подарок, регистрируйтесь пока сейчас в рамках 11 каталога. Ссылка на регистрацию всегда под видео. Так, открываем вместе с вами. Ой, а тут всего лишь корм. И все, и накладная чек. Заказала коту полакомиться. В этот раз нежный кролик. Артикул 162.03. Он кушает, ему нравится, поэтому почему бы нет. Здесь 5 штук по 85 грамм. Цена, я считаю, сейчас адекватная, потому что корм кошачий тоже подорожал. Там 5 пакетиков, да, это жидкий корм, кто не знает. Хотелось бы еще, конечно, чтобы было сухой Faberlic. Вот прям очень хочется, да. Под гузов никак не дождусь. Кстати, линейки детской сейчас на сайте нет, ее выводят. Даже на сайте нет, даже по артикулу не находят, что очень печально, потому что у меня покончались все запасы, и только с 14-го каталога будет новая. Но, может, где-то в распродажах мелькнет, будем ждать. Вот другая коробочка. Про купоны было много вопросов. Надеюсь, все уже разобрались. Они у нас в бумажке, вот эти, они не нужны. Это просто так. Это только если вы работаете с клиентами, да, вы можете раздавать. Вот тебе купон положен. В следующем каталоге выберешь себе что-то. Здесь у нас купоны отличаются. Если в 9-м каталоге и в 10-м давали купоны на парфюмерию, декоративку, не на парфюмерию, на уход, что-то еще, в общем, там большой список, то вот эти уже в 11-м каталоге дают купоны, они у нас на декоративку, парфюмерию, ароматерапию и wellness, да, имейте в виду, поэтому очень круто. 999 рублей один купон, кстати, на купонах есть артикул, 781-191, зачем, не знаю. Вот, они другие уже, на другие категории продуктов будут у нас с вами скидки, да. Взяла полотенчик кухонный для рук, он был по хорошей цене, аквамарин 116-10 артикул. По-моему, это новый. Мне почему-то на сайте показалось, что это старый. Нет, это, наверное, новый, потому что старые полотенца были гораздо лучше. Прям гораздо. Новенький, тоненький. Нет, это новенький. У меня есть старый полотенчик, тоже в цвете аквамарина. Эти раза в 4 тоньше, чем старые. Но они тоже хорошо впитывают. Мне просто нравится этот цвет. Он мне сейчас подходит прям под интерьер. Мы уже сделали мебель на кухне. Осталось там стены, еще всякие мелочи. Я обязательно покажу, снимаю. В следующем, наверное, видео выйдет. Вот, так что вот этот цвет мне прям подходит, поэтому взяла, что-то они прям дешево были, прям дешево-дешево. Так, взяла попаловаться наклейки, девчонки, потому что мы их любим, я иногда делаю, Ксюшка иногда делает, нравится. У меня держится меньше, потому что я постоянно водила, Ксюшки держится вообще отлично. 38-26 артикулы, и они действительно ароматизированы, они пахнут вот этим парфюмом красным, Захра, по-моему, да, или Захра, что-то такое. Поэтому нравится. Я еще убрала, девчонки. Что это, я для ногтей, что ли, взяла? А, нет, они такие маленькие просто. Переводные татуировки из Клер, тоже любим. Я на лицо делала, вам показывала, бабочки там и так далее. Ксюшка тоже любит всясь татуироваться и ходить, пока лето можно. Так, дальше что у нас с вами? Маски. У нас появились новые маски. У нас в каталоге из новинок только маски. Поэтому брала любимые продукты, то, что давно хочется. Я повторила маску тканевую Clinetin Q10, потому что мы с вами ее видео делали, и она мне очень понравилась. Ну, как не прям очень, но она хорошая, потому что предыдущие старые маски мне вообще не зашли. Вот вообще прям почему-то кожу мою уродовали. Я вам уже рассказывала, какие-то заломы появлялись. Поры расширялись и так далее. Вот это зашла. 0075 артикул, понравилась, и я ее не смывала. Тут надо смывать, сейчас как раз прочитаем. Распределите остатки средств, удалить с помощью ватного диска, ополоснить лицо водой. Нет, я не обласкивала лицо водой, я на утро посмотрела на кожу, она выглядела хорошо, поэтому зачет. У нас две новых маски в 11-м каталоге, вот такие, значит, первая черненькая такая упаковка, это матча, 0073 артикул, будем делать с вами во влоге обязательно. Это детокс маска для лица, здорово, тоже ополосните водой. Ну, посмотрим, что на себя будет представлять. Некоторые маски хочется ополоснуть, некоторые маски хочется оставить. Так, и вторая у нас с вами Полум Гранат. Антивозрастная маска, в общем, вот такая. 0072 артикул, да, антивозрастная, гранат. Будем пробовать тоже во влоге. Так, тут еще в пакете БАДы и еда. Немножко пошуршу. Что заказала, девчонки? Заказала себе Energy Boom.
потому что тут я прям не высыпаюсь, захотелось повторить. Уже пропивала не раз, действительно, мне хватает от одной даже таблетки энергии до вечера. 157-27, здесь у нас кофеин, гуарана, по-моему, есть, если я не ошибаюсь. Да, гуарана, кофеин, все как обычно, энергетики. Здесь 3 порции в день, я иногда одну, иногда две с утра выпиваю, и мне хватает. 3 я не выпиваю, поэтому мне баночки хватает надолго. Взяла живицу. Живицу взяла сейчас, потому что в августе, знаю, к школе к осени будут разбирать. Взяла в запас Ксюши. Начну давать где-то середины августа, чтобы немножечко поддержать иммунитет, да, потому что пойдем в школу, новый вирус и так далее. 157-28 артикул. В следующем заказе еще одну возьму, я так потихонечку собираю, и мне прям на год, на зиму хватает. Даю всю осень, потом даю весной. Взяла кетчуп, мы всей семьей его любим, это классический из томатов черри. Артикул его, так, на дне 160-50, он вкусный, он классный, он с сахзамом, а здесь нет сахара, что тоже здорово для диабетиков подходит. Взяла соль уэльскую, потому что тоже нравится, люблю, мне нравится этот формат, мне нравится то, что она не сильно соленая, я уже сильно соленой как-то такие вещи есть не могу, да, я привыкла, 161-46 ее артикул, здесь 3 удобных таких деления дозатора, то есть поменьше, побольше и так далее. Мне нравится, поэтому беру практически на постоянной основе. Так, взяла бомбочку побаловаться Ксюшке. Это у нас коллекция Store de Amore. Она прикольная, она вкусненько пахнет. 27-18 артикул. И почему бы нет? Так, дальше что взяла? Для тела, для похудения, девчонки, я взяла 2 крема. Первый крем из серии у нас, как называется, эксперт просто. Активный крем для коррекции фигуры термоэффект. Я хочу его под корсет, под свой надевать, одевать, пробовать. Одевать, наносить. Боже. 11.94 артикул. По-моему, с разогревающим я еще не брала. Но у меня точно был с охлаждающим эффектом. Я не могу сказать, что вы от этих кремов похудите. Однозначно, конечно же, нет. Но это такой способ поддержать кожу в хорошем состоянии. То есть немножко улучшится вид внешний. То есть корочка апельсиновая, целлюлит, он как-то вот получше будет выглядеть. То есть если мы постоянно ее увлажняем. Да, чудес никаких не произойдет. Нет. Но термоэффект, если вы делаете там обертывание, если вы решили заняться собой, занимаетесь спортом, там на ПП, конечно, будет результат. Но он будет и без него. Ну, кожа просто будет лучше выглядеть. Так, и 12.38 с охлаждающим. Он мне понравился. Холодочек вот в жару прям самое то. Классно. Так, поехали дальше. Что у меня тут дальше? Из детской серии взяла Технокидс вот такую пену, потому что все запасы позаканчивались детских средств, да, и вот этой линейки Faberlic Baby нет. Очень печально, у меня многие консультанты расстроились. Так, артикул 2357, 200 мл, 3+, нормальная пена, хорошая, все здорово, пахнет классно зеленым яблоком. Взяла мочалку впервые, почему-то пропустила, когда она у нас была новинкой в каталогах, но сейчас новинка не была, написана вот такая малиновая, это для Ксюши. У нее предыдущая уже вся измылилась, и мы теперь возьмем мельфей малиновый, мочалка с кусочками мыла. Я не очень люблю этот аромат, но Ксюшке он нравится. 910-334. Для меня он слишком приторный. Мочалка удобная. Ее можно в этом же пакете брать с собой в бассейн, потому что здесь замок. Но нам это не надо. Мы используем ее дома, чтобы она без всяких там... Только почему-то нет где оторвать. Без всяких нареканий она же намыться. Она моется самостоятельно. Сейчас ножик найдем. Моется самостоятельно. И чтобы здесь гель для душа не возиться, мне нравится вот именно такой формат. Кстати, у меня порвалась первая мочалка, когда они только появились. А потом последующие, сколько раз мы брали, она не порвалась, а развязалась. Она не развязывалась. Ничего не случалось. Вот такая... Ой, как сочно. Как сочно аромат бьет в нос. А шарики такие сиреневые какие-то. Сиренево-малиновые. Сиренево-фиолетовый, блестящий какие-то прям, ух. Мочалка, наверное, самая красивая по цвету. Аромат мочалки еще присутствует. Немножко химозная здесь такая малина, нежели в этой линейке. Химозная прям, да. Но приятный. Надеюсь, когда мылится, будет вообще быть здорово. Было 7, по-моему, шариков во всех мочалках. Да, здесь их 7. Хватает надолго. Мне Ксюшке хватает прям вообще надолго. Так, дальше, девчонки, пока была хорошая... А, нет, по купонам. Вот я забыла, что я брала по купонам, что нет. Поэтому не буду вас обманывать. Но вот это я точно брала по купонам. Пенный очиститель для ковров. Потому что зашел, потому что идеально удаляет пятна на ковре. Так как у меня маленький ребенок, да и Ксюшка может липануть. А ковер в зале светлый. Мне эта тема очень заходит. Напшикал. Есть у меня ролик про это средство. Кто не видел, можете поискать. Прям вообще... Напшикал, пенка впиталась, все протер, все прекрасно, все замечательно. И пока есть возможность, по купонам взяла, он 200 с чем-то рублей по купонам обошелся, это нормально, так он стоит вообще очень дорого сейчас в каталоге. 302-52 артикула, его хватает надолго, у меня того еще полно, но взяла, потому что не факт, что возьму его по такой цене еще. Точно по купону взяла свою любимую скатку Асиул, давно ее очень не брала, поэтому сейчас пока нет новинок, есть возможность взять любимчики.
Так, 0,851 артикул, ее здесь аж целых 100 миллилитров, она очень классная. Освежим с вами впечатление, в следующем блоге тоже ее вместе с вами сделаем. Мне нравится, я ее прям люблю. Там есть частички, и помимо частичек она еще и скатывает, очень хорошо вычищает поры. В общем, я ее люблю, действительно рабочая такая лошадка Фаберлик, поэтому кто не пробовал, советую. Так, она, кстати, почему-то не запечатанная, а там фольга внутри, она зафольгированная, вот здесь нет пломбы просто. Поехали дальше. Так, это без купонов точно. Бонжорно повторилась. Кофе очень нравится. Натуральный, хороший кофе, не химозный. И по мне даже переплюнул... Господи. Все. Капец. Это декрет, девчонки. Ну, где кофе? У нас еще есть гель для душа, любимый с вами. И фраше. Вот. По мне даже вот этот мне больше нравится, поэтому он классный. Кто любит на себе ощущать кофе во время душа, 13.28 в путь. Так, заказала наконец-то жидкое мыло с хлоргексидином. Я вам уже рассказывала в пустых баночках, что это для меня прям крутой продукт. Артикул так странно написан. 27.17. Как я использую? Я могу протереть столик Крестюшин, да, стульчик, на котором она кушает. Столик, стульчик. А у нас кожа хорошо, удобно протирается вот с этим мылом, то есть обеззараживается. Я могу помыть с ним соски. Я могу постирать с ним до стирки в машинке, допустим, чуть-чуть испачкался коврик для сушки посуды, да, сполоснуть в раковине. То есть у него очень много применений, поэтому... Имеет место быть. Очень люблю. Так, взяла по купону, по-моему, ополаскиватель для полости рта, потому что нравится, любим. Он сильно, правда, очень мятный. Кто не любит такие вещи, вам не зайдет. 16.37 артикул. Кто-то его даже использует, когда начинает болеть горло, и все проходит, все помогает. Так, хрипнуть начинаю уже. Что взяла? Восстанавливающую маску сливки Биомика, по-моему, тоже взяла по купону. Очень нравится. Это действительно сливки. Она нежная-нежная, беленькая. После нее очень напитанная кожа в хорошем смысле, не утяжеленная, очень увлажненная, поэтому люблю. Такие маски увлажняющие прям должны быть всегда. 12.51 артикул. Классная. Она тоже сейчас фольгой. Ага. Так, дальше, девочки, что еще взяла? Разогревающую маску против выпадения волос. Очень ее люблю. Укрепляет волосяные луковицы, сокращает выпадение. Не с этой целью, потому что такой проблемой, слава богу, не страдаю. Мне нравится, как она ухаживает, стимульнуть к более такому быстрому росту, что ли, волосы, да, чтобы они быстрее росли, луковицы, потому что она греет хорошо, но на мокрые волосы, то есть на мокрые греет лучше. Промыли голову с шампунем, да, и потом на корешки и на всю длину я наношу эту маску, артикул 8349. Она очень круто еще ухаживает за кончиками, то есть они разглаживаются, у нее замечательные ухаживающие свойства, поэтому это один из моих любимых продуктов для волос Фаберлик. Обожаю. Так, дальше, девочки, забыла, что взяла даже сыворотку кислородную. Сыворотку кислородную мезотерапии. Я ее так и не попробовала, когда она вышла. Это серия Global Oxygen Article. Article 5794. А сейчас мне очень захотелось, потому что кодовых осталось средств мало в запасах. Пока нет новиночек, успеем с вами ее попробовать. О, какой шприц! Здесь достаточно такой большой объем шприц снимайки. Она стоит дорого, да, я ее брала по купону. Так, 5794 я вам сказала. Стекло, по-моему, или пластик. Непонятно, так и как у нас с вами это все работает. Что-то я не то делаю. А, вот все нажимается. Вот, появилась сыворотка. Ой, как интересно. Мезотерапия. Угу. Запах классный, как у всей этой линейки. Достаточно легенькое такое средство. Прям практически сразу впиталось. Будем с вами пробовать тоже во влоге. Все вместе. На 26% больше эластичности, больше гладкости, меньше выраженности морщин. То есть такая тяжелая артиллерия. Да? Конечно, тут навафте, синтез коллагена. Повышает тон кожи, улучшает тон ревле, стирает следы стресс усталости. Мне интересно, вот куда ее... Ну, сыворотка под крем, наверное, да? Нанесите на очищенную кожу лица утром и или вечером. Можно использовать под крем, тем самым усиливая его эффект. Ну, все, как сыворотка, все понятно. Будем делать, посмотрим на эффект. Так, дальше, девчонки, я взяла тушь. Тушь Glam Team Miss Curl. Я давно ее не брала. Я уже почти год сижу плотно на First Class коричневой. Она у меня, собственно говоря, сейчас на ресницах. Я ее люблюсь. В этом плане все отлично. Ну, действительно, надоело. И Фаберлик что-то не выпускает давно в новинках туши. А хочется что-то новенькое попробовать. Решила к Miss Curl вернуться на один разочек. 57-62 артикул. Тоже коричневая, естественно. Я ее раньше брала на постоянной основе. Очень люблю. Это силиконовая кисточка, немножко загнутая. Она тоже восхитительная. Одна из моих любимых тушей Фаберлик. Видите, вот так загнутая. И силикон.
силикончик здесь у нас с вами. Она силиконовая, она действительно подкручивает, она очень круто удлиняет, разделяет без эффекта паучьих лап, тушь крутецкая. Поэтому решила немножко подразбавить First Class, потому что надоело уже, хотя к ней нареканий никаких нет. Несмываемый мист-кондиционер салонки. Я решила освежить тоже впечатление. Брала его очень-очень давно, мне кажется, больше 2 лет назад, и он мне не зашел. Но вот хочется освежить, потому что многие хвалят. Я думаю, что я тогда что-то делала не так, поэтому будем пробовать. Ну, Ксюшке подойдет на худой конец. 78-76, несмываемый, восстанавливающий, увлажняющий для поврежденных волос. Вот такой, как двухфазочка. Мы его с вами взбалтываем и на кончики, на наши сухие, вот так наносим. Они у меня тактильно сухие. Наносим. И они с вами у нас должны разгладиться. Но многие девочки прямо его любят. Но зависит тоже от структуры волоса. Да, посмотрим, как на моих в этот раз сыграет. Буду пользоваться, буду вам потом обязательно рассказывать. Каталог пришел новый, 12-й. Там есть новиночки чуть-чуть. Там у нас парфюм с вами новый будет. Да? Немножко новиночек, но есть, слава богу, очень интересно. Кстати, похоже на и секрет бокс парфюмы, да, вот эти бонбон черри, вот такие вот, очень похожи. Так, здесь подарки, уже парфюм, про что я вам говорила, да, уже не деньги. У нас здесь подарки парфюмы, не каждому он понравится, особенно Авиатрис, поэтому я вам очень рекомендую регистрироваться пока в этом 11-м каталоге, чтобы получить денежки. Хотя парфюм тоже получать приятно. Ссылка всегда под видео, проходите, регистрируйтесь, будем общаться, будет заказ еще по этому периоду. Я до 100 баллов еще не набрала, я просто жду опять какую-нибудь распродажу от Фаберлик в последнее время. Просто они шикарнейшие, поэтому я решила еще немножко повременить и на следующей недельке сделаю следующий заказ. Всех люблю, целую, всем пока-пока, с вас лайк.